Наконец-то мы снова открываем наши двери для наших дорогих зрителей, для наших маленьких зрителей, для наших взрослых зрителей. Вот, начинается новый театральный сезон. Мы во всеоружии. У нас премьерный спектакль «Царевна лягушка», который мы буквально один раз показали в конце июля, перед тем, как уйти в отпуск. Ну, а сейчас мы, слава богу, вернулись и готовы порадовать вас. Волшебная история, очень красивая, очень красочная. Приглашаем вас в наш театр. В этом году вас ждет очень много еще премьер с хорошими звучными названиями, которые у всех на слуху. Это, конечно же, такое название, как «Золушка». Очень давно у нас не было такого спектакля. И спектакль для взрослых, который выйдет в декабре месяце. 17 декабря планируется сдача его. Это Василий Макарович Шукшин «До третьих петухов». Вот, поэтому милости просим, дорогие зрители, к нам в гости.